усилителю и пришел к выводу, что идеально для усиления сигнала это схема ИТУН, источник тока под управлением, управляемое напряжение. Сейчас, секунду. Управляемое напряжение. Что это такое? Это, по сути, ламповый одноатакник без обратной связи. Ток он на транзисторах, он мощный, потому что, чтобы нам линеализировать колонку, потому что все ИТУНы зависят от импеданса колонки. И в этом главная проблема. Мы ставим параллельно колонке шунт, резистор 3 Ома. В данном случае работает. То есть колонка нагружена на этот резистор, то есть получается ИТУН с низким выходным сопротивлением. Колонка нагружена на 3 Ома своим ИДС самоиндукцией, а ну, ИТУН мощностью до киловатта. Поэтому корпус такой большой, чтобы рассеивать, там 500 ватт просто рассеивается с балластных резисторов, и, соответственно, сами усилители работают. Это первое. То есть я нашел эту формулу идеального усилителя. Еще раз ее повторю. Архитектура лампового однотакника без обратной связи, типа на 2А3 или на 300B. И только все это сделано на транзисторах. Попросту говоря, источник. Как вот его называют в просторечии. Также применено впервые в аудио питание на ионисторах. Что такое ионистор? Это суперконденсатор. Там стоят конденсаторы емкостью, ну вот сейчас они такие не стоят, я их жду, а будут стоять с емкостью по 3000 фарад. Ну вы представляете, что тут люди гордятся, когда поставят 100 микрофарад, да? 100 тысяч микрофарад, 100 тысяч микрофарад, 0,1 фарада. А у меня 3000 фарад. То есть он как на аккумуляторе несколько часов может работать. Сколько он времени включается? Ну, он включается, да, да. Но зато мы ушли от трансформаторов источника наводок. Мы ушли, поставили импульсный блок питания через дроссель, все на огромную емкость. Мы вообще теперь можем забыть о качестве сети. То есть нам не нужны сетевые фильтры, регенераторы. Нам можно не думать о кабелях сетевых, просто совсем. И вот это называется нормально спроектированная аппаратура. Здесь аккумуляторное питание в конвертере, и здесь блок питания на ионисторах. И больше вообще можно не думать, какое питание. Просто совсем. И это какой-то вот по факту, мы его собрали прямо в утро первого дня выставки. Это было у меня прозрение. И за месяц до выставки мы начали готовить этот усилитель. Я не знал, как он зазвучит. Я его почувствовал головой, я его вот тут придумал в сердце. И мы его за месяц сделаем и не глядя везем на выставку. И мы не ошиблись. И этот звук сейчас вы можете слышать. Это действительно прорыв и новый класс усилителей. Однотакник там в плечо там ставить несколько транзисторов в параллели, да, там ну, такой. Это не однотакник, там классический усилитель в АБ в режиме ИТУНа. Это понятно? В режиме усилителя тока. Нет. То есть там обратная связь по току. Я уже плыву в теории. Нет, он обратная связь по току. Что стоит? А? По факту на выходе что стоит? Однотакный усилитель, то есть там какой-то количество. Что такое однотакный усилитель? Два транзистора. Ну, вопрос простой, столько два. Класс АБ. Не бывает это однотакных усилителей. Тогда емкость надо больше. Это да. Не бывает класса. Класс А бывает, но это, представляете, это огромная мощность, и, в общем-то, это все пустое. Проблема транзисторных усилителей в том, что это усилители напряжения. Понимаете? Была история с лампами, и первые усилители были все ИТУНами. Это источник тока, управляемый напряжением. Это усилитель с высоким выходным сопротивлением. Он зависит от импеданса колонки. Поэтому что заядлые аудиофилы говорят? А нам надо взять один динамик, чтобы он был широкополосником. Я, кстати, маленькую систему сделал, она там в другом конце выставки. Там вот действительно вот этот среднечастотник, как широкополосник. Пожалуйста, великолепно. Так вот, были хорошие усилители на лампах без обратной связи. А потом началась, черти что, эпоха, непонятно чего. Но эти темные времена прошли. Все, вот у нас теперь есть вот этот усилитель. Это то же самое. Почему? Там не лампа хорошо играла. Там принцип хорошо играл. Там архитектура схемотехники работала.
Он только с этими колонками играет? Нет, он, вот в том-то и дело, что теперь не надо линеализировать импеданс колонок. Он теперь работает с любой колонкой. Там шум. Вы какую бы колонку ни взяли, параллельно ей стоит сопротивление меньше, чем сама колонка. На ее фоне импеданс колонки, он не имеет принципиального значения. Это тот же, представьте, вы взяли по качеству усилитель на 300 Б или на 2А3, но он киловаттный. И вы можете смело 500 Вт отдать на балластный резистор. А раньше это представить просто невозможно на лампе. Поэтому прошли темные времена, и я вас поздравляю, вы сегодня присутствуете на презентации совершенно уникального усилителя. Он третий день работает, он вот и показывает себя. Конечно, мы и здесь чуть-чуть доработали. Но главное сегодня премьера, вот этот усилитель. И вот все, что мы знали про другие усилители, надо забыть, как плохой сон. Давайте продолжим слушать. Так.